Так, окей, продолжаем. Слышно меня, наверное, уже должно быть. Загрузили. Я думаю, мы сойдемся как мужчины. Что, много ошибемся? Так, сразу разбежались.
Смешно, у меня нет ни того, ни армии, ни мейна. Ну вот, что-то есть какие-то ошметки. По героям что-то тоскливо. Победа 4 уровня. Замедления нету, к сожалению. Уже все свитки прошарил, сейчас вот сюда загляну. Вот это соберу. Может быть, здесь что-то тоже будет интересное. Если мы получим замедление, мы возьмем консерву. Слушай, да нет, не грустно. Что, должны быть уже архангелы, что ли? У нас хорошая разбежка, там замок хватили, компа убили, деньги есть. Построили эфритов с китами аж в замке. В принципе, достойно все. Еще есть деньги вот здесь вот на скупку. Поэтому все очень даже бодренько. Почему-то непонятно, Лабета вот эту штуку не посетила. Вот это вопрос. Да кто знает, что он там наделал. Судя по тому, что он встает по героям, по городам, там не так все прям. Уж золото и это у него вообще нету на конец недели. Так что там все явно не так радужно, как кажется. Построю рынок, может быть, или вторую вышку. Вот. Вторая вышка, кстати, если мне даст слепоту, это будет тоже очень хорошо, потому что слепота, она очень сильно помогает спонсор. Это второй по силе, даже третий по силе скилл, который в конце поможет. Без навыков это очень плохо. Иди посмотри, только сюда не пиши ничего, спойлеров никаких. Получается... Да, наверное, сейчас буду гильдию 2 строить. Если нет замедления, значит слепота. Надо будет... Не, я на всякий случай предупредил, без обид. Так, начнем сначала здесь со второй вышки. Она, уверен, поможет. Слепоту дали, это хорошо. Замка еще 4 будет. Итого 6 будет. А слепота это очень-очень круто. Очень круто.
скорее всего, сейчас придется разбиваться. Замок. Ману выполнять, слепоту учить. Есть лечение. Но сейчас мы все равно для успокоения души. Для успокоения души мы все-таки проверим все оставшиеся ауты на замедление. Вот эти вот три. То есть, в принципе, если там будет хоть где-то замедление, то мы... Это упростит нашу задачу до максимума. Чуть-чуть подвинем их. О, книги нету. На фазе тактики так двигает кнопка автобой. То есть комп имеет возможность читерскую двигать на одну клеточку вперед на тактике. Так. Так, ну ладно, поехали. Ну, кстати, не самые плохие потери на самом деле. Здесь потерь не будет. Чуть-чуть лучше. Магическая стрела и последняя щит. Так, с медлением не повезло. Да. Так, это другой вопрос. Будем ли мы консу штурмовать?
Или все-таки нет? Или все-таки будем ульи вскрывать первым делом? То есть, взяв два уля, в принципе, мы получим еще немного ВИФ. В принципе, наверное, нас это должно устроить. Наверное, все-таки мы немножко... Так. Буры охраняют проход в чистом поле. Так. Это сделаем по-другому. Надо здесь тоже построим гилду. И сядем на пополнение. Все-таки, наверное, бить будем лакус тактику. Чтобы убить всех этих. Гогов. Куда лобеты, дети, вообще не понимаю. Вообще что-то не представляю. Как-то сыграть лучше. Или в конюшню, или ее направить. Сложно все. Давай, наверное, все равно будем целый полный ход тратить. Чтобы просто в конюшню залезть тоже как-то не это. Да.
подумаю о том, чтобы с коней начать завтра следующий ход. И с улик взять. Как это лучше сделать? Что вообще не знаю. Может сюда вот поставить. Что за что? Собрать вот это. Блин, типа, опять же. Куда их? Сколько мы купим? 6800. 1800. Вот только 8000. Так, здесь еще. Трашечку поставим. Давай. Надо пусть пока так, что-то вообще не знал, как расставиться, с чего начать следующую неделю. Ну там щит. Будет сложно взять тут снайперов. Вагон. Обидно, что слово нигде не дали, прям нигде. Сейчас можно пробить гномятню или эту медвезятню. Но вообще планирую взять вот эту улик. Пробить вот здесь. Первое взять дерево мюлихом. В принципе, он пригоден для того. Здесь вот по цепочке вот так передадимся. Мюлиха возьмем первое дерево. Следующим днем возьмем вот это дерево. Ну и уже тогда, наверное, в концу. Так, ребят, не знаю, что со звуком делать. У меня вроде стоит на максимуме, но слышно явно не лучше. В настройках, честно, даже вот вообще не это, не разбираюсь, что делать. Поэтому сейчас, честно, не хочу там тыкать, экспериментировать. Таганаш, кстати, успел где-то героя залить одного. Тоже непонятно где. Ну, если норм звук, ладно, поверю. Вот, наверное, еще поиграем, скоро засейвим. Если я кони тут не отброшу на этих конях. По идее не должен. Тут не так много.
наверное, думаю, вот бесов только завезли. Может, лучше, может их загрейдить. Будет 90 бесов. Как относишься к Хоте? Ну, тоже игра определенно имеет право на существование. Вот мне, если честно, ну я не сильно много играл раз, но как-то не закатило. Собак. Че, собак не построила геймбок? Ну, во-первых, собак, ну, они, их особо некуда, то есть их, они сильно не ударный стек не создадут. А гэм, чтобы слепоту получить. Слепота мне поможет взять к концу. Конца большая с грыжным стеком. Мне замедление не завезли нигде. Поэтому придется как-то выкручиваться. Че, все что ли? Он так быстро отходил? Вот так вот, да? Ну давай. Значит, купаем героя, смотрим, кого там подвезли. Подвезли не сильно полезного героя. Сейчас будем выкупать. Это обязательно. Вот этих бы как-то выкупить. Я думаю, может быть, вообще рынок построить и стрейдиться. И спрейдится. Вот, ну или поднять золотишечку поможет еще немножко. Мне надо как-то пробить вот этих пацанов. Бить их реально нечем. Бить нечем. Может как-то перестроиться под сюда. Как-то что-то еще подсобрать, поддокупить. Ну, мы можем докупить здесь, наверное, только вот этих вот ребят. Поэтому здесь шибко не... Что-то мы не извлекем какой-то пользы. Здесь надо в конюшенку зайти. Здесь мы успели, как и планировали. Так. Что скупить? Можно гогов скупить, но это отдача. Демонов. Демоны хороший вариант. Они там помогут. И с конями, и в улике. Так. 3000. Наверное, придется все-таки строить. Все-таки строить придется рынок. Как это не печально звучит. Придется строить рынок и что-то сменивать. Но много ли мы сменяем? Сменяли мы, допустим, 3000 на питомк. Я что-то не уверен. У меня сменять дерево руды немножко, да и все. Мне вот это как-то бы зацепить, но мы уже, боюсь, не успеем. Заберем, наверное, все-таки вот эту. Мы потратим сюда, где-то туда-сюда. Туда надо было героя не вводить, а сюда поставить. Планировал бить, брать щит. Щит тоже очень нужен. Тактики не хватит базовой. Делать непонятно. Ладно, давай строим рынок. Ой, рынок. Да, прям жалко.
Так. Питов, наверное, много не купим. Ну, бесов скупим. Ну и норм, я думаю. Убить этих ребят. Все-таки. Конечно, сильно поможет этот щит. Но я опять все неправильно сделал, как обычно. Запас есть, в принципе. Без щита тяжело будет. Ладно, пойдем. Так. Как-то так сделаем. Наверное, вот так поделим. Thank you.
Да, как бы тут не отъехать сейчас. Ух ты. А, тут уже кто-то был. Угу, это очень плохо. А вот это вот очень плохо, что отсюда приходил мой оппонент. Может, к нему наведаемся тогда? Пока он там ничего не намутил. Хотя у него клавиус скачанный хорошо. Так вот пока встанем. Вроде тут он не должен быть. Так. Так, здесь точно Таганаш пробегал и забрал вот эти две охраны на скелета. Шаблон 6LM10. Так, немножко сейчас картинку уберу. Так, непонятно, что тут делать.
Понятно, что тут нет. Так, ну, сейчас все равно будем брать. Я думаю, мы их спокойно должны разложить на 11 скорости. Можно было, кстати, пройти к вот этой консе, попробовать ее зафармить. Улик. Кстати, наверное, это будет отличный вариант. То есть мы сейчас направим героя куда-нибудь сюда, заберем улик и сюда. Наверное. Yeah.
Кстати, сейчас будет закрыть питов. Это очень такой хороший вариант. Вот это надо будет сейчас собрать. К концу улик собрать. А потом... Можно через вот этот вот выходить. Вот сюда на контакт. В принципе, я думаю, под конец второй недели можно будет его настигать вот из этой вот зоны через компа. Как-то так. Ну, другого более простого выхода я, наверное, пока не вижу. А, точнее не так. Это мы сюда, мы прошли от компа сюда и здесь вот сюда, да. Я думаю, это короткий путь к нему. В принципе, план понятный, простой. То есть мы к концу второй недели должны на него напасть с ангелами и с вилами. Чтобы он не отбился там. Если, конечно, он сам ангелов не нарубит. Нигде. Клавиус у него как бы неплохой, то есть у него много маны, но что-то у героев у него меньше, замков меньше. Так, ну что, поехали. Ну, в принципе, как ожидалось. Блин. Как плохо. Как плохо. Что хорошо? Я хорошо.
Да, Эфрит все-таки сдох. Что очень печально. Он бы очень сильно в улике мне пригодился. Максималка. Берите ее за ногу, а. Ну, будем перебиваться. Ну, потери норм, не норм, но я что-то хочу подсэкономить эфритов. Ой, ты-то вообще всегда дерешься хуже, чем автобой. Чё ты мне рассказываешь? Кому мне верить, кому не верить? А все равно магии нет. Меня теперь проще жить стало. Блин. На полный стек. Что ж ты делаешь-то? Прекрати. Но рубанули так рубанули. Гризи, конечно, Гризи, папашка еще тот. Сливается постоянно. Так, а мне 29 в ответочку дадут. Блин.
Ну, тут, кстати, в прошлом, когда комп проводил бой, выжили все демоны. Здесь выжили все эфриты. Блин, допилили одного демона все-таки. Ну, зато эфритов спасли. Все-таки лучше намного подрались. 6 демонов на 2 эфрита. Я думаю, все-таки это... Стоит ли ворваться с такими войсками в медузятинку? Давайте попробуем. 20-49. Ну, должны развозить легко. О, что-то совсем изи. Я уже даже, если честно, не удивляюсь свиткам, что там ни хрена нет нормального. Так надо лабету, походу, разбивать. У нее мана подбавится. На 2 слепоты хватит. Ну, в принципе, и норм, я думаю. Так. Так, так, так. Так. Хорошо. Гнагрейд питов не хватило чуток.
Ой, придумал, что построить можно. Нет, не сейчас. Ладно. Комп появился. Не осилил. Ладно, сейчас консу возьмем. Меня хватит как раз слепоты. Я думаю, сейчас, может быть, даже есть смысл питов загрейдить. Чтобы в конце подемонить. А из кого демонить? У меня будут вивы. Вивы эфриты. Угу. Да, тут некуда даже девать. Можно, кстати, пойти вот сюда пройти и попробовать взять вот этот улик еще дополнительно. И к концу, может быть, даже. Да, ну, в пески мы дальше, чем улик, все равно не пойдем. Может быть, еще у конца. Не знаю, или вот в эту, в большую врываться. Смотри, опять же, какой улик будет. То есть, если здесь будет улик хороший, то есть, хотя бы на 8 вив, да? У нас получается 20 вив, мы, я думаю, как-то это... Мы все-таки справимся с максималкой. Даже с максималкой справимся. Пусть и ложком нулевым, да, но тем не менее. На ком еще возьмем немножко гогов на отжор. Их мало будет, думаешь? Но у нас еще слепота есть на два раунда так-то. То есть мы два стека сразу нейтрализуем. На остальных как-нибудь так это попинаем, а потом по очереди. Да, ну ты что, прикалываешься, что ли? Там, я думаю, возьмется и Макси спокойно. Тройка вообще там без потери должна браться. Практически. Ну, что, сдадим там пару вив, пару эфритов. Ну, что теперь делать? Зато у нас появятся ангелы, а с ангелами это уже совсем другая история. С ангелами мы тут даже можем это... Ложками вот это вот все собирать. Изи вообще. Поэтому да, так и сделаем. Пока Мюллиха оттуда вытащим. На пополнение. Хотя ману, чем 10 мана пополнить, смешно. А Лабету вот сюда попробуем загнать. С кем-то вместе. Возьмем. Ну и все, соответственно. Продамажим здесь. И пойдем вот сюда. Вот сюда вот пойдем. Навстречу к Таганашу. Появляется периодически, мелькает. Да, здесь получается. В этом телепорте вот тут Таганаш живет. Так, он уже захватил замок. Отобрал его у коричневого.
Коричневый данж. Коричневого пока не видать. У меня такое ощущение, что у него что-то с дорогами. Раз он в эту зону не вышел еще. Там какие-то серьезные проблемы с дорогами. Потому что, по идее, вот это сразу его выходная зона, да, он из нее сразу может вот сюда проникнуть. Без потери темпа какого-либо. Раз он не здесь, значит, вот эту зону он, скорее всего, не отбил. Значит, у него сюда дороги нет, дорога через вот эту. Как-то так, или там какой-то блок. Непонятно, почему он сюда еще не выходил. Ну да ладно. Могу я, может я в принципе ошибаюсь, всякое бывает. Не, ну на 6LM проблема с дорогами, вот у красного она практически не встречается. Вот у синего бывают проблемы с дорогами, но мне, походу, повезло с дорогами. Ну, опять же, сейчас надо посмотреть, что там будет в улике. Сначала с уликом. Но я не думаю, что улик даже... Я думаю, даже максимально здесь легко отъедет. Мы сейчас вот надо этот, на дожор купим вот этих пацанов. Еще если Мюллих успеет, может быть, и этих прихватим. Ну, а дальше пробежим вот так. Октавия. Октавия сюда. Пасец. Блин, лобить, конечно, бы земельку докачать. Один раз маска мне кожу прокинуть было бы просто, конечно, очень круто. Плюс 9 защиты ко всем. Это вам не шутки. Это даже не дуст в маршрутке. Тут даже спорно, наверное. Что лучше, 9 защиты или ослепить? Минус стек на 5 раундов. Зыбучие пески вообще изи без потерь, там всех останавливают. Кажется, компьютер что-то знает, что-то умеет по золоту, по всем ресурсам.
У него 3-4, 3-3 страйкер. Вообще отличный герой. У него, походу, два некропапашки. Один краше другого. Проверить по ресурсу, хватит ли вот мне грейдануть питов, или их простыми брать с собой лучше. В принципе, простые питы от грейженных особо не отличаются по уронам и характеристикам. Только по скорости отличаются. То есть, как боевой стек, они мне и такими подойдут. Другой вопрос, стоит ли грейдить для того, чтобы передемонить шнат ГОК, ну, что-то как-то сомневаюсь. ГОКи пойдут в расход, питы как ударный стек. Ну и все, и спокойненько возьмем. Да, по статам они абсолютно такие же питы, по всем параметрам, только скорость, плюс один скорости, ну и абилка, соответственно. Тога себе время прям намашнил. У него нет таких, видимо, сложных решений, как у нас. Ну, блин, я, конечно, с удовольствием бы питов загрейдил, но я просто сжег все мясо. И мне что-то как-то сейчас их... Ну, вот реально, у меня осталось из мяса 16 гогов. Мне вот в них смысла особого вообще нет, в этих питах. Так, отлично, поехали. Что там? Я это увидеть. Урагодил немножко. Нам надо сейчас вот этот телепорт проникнуть на разведку. Обед, Игнат, сэр Мюллер, начнем с него. Давай-ка здесь закупимся. Опять у меня с мув-менеджментом что-то сегодня как-то беда какая-то. Чувствую, такими темпами и до питов не дойдет. Слушай, что-то их прям 50-99.
принципе, это было совсем не обязательно. Воздушку поставим. Они дураки, начнут все-таки стрелять в своего. Блин, да что ты будешь делать? Такой хрени Фрита отдать, а? Вопрос, сколько еще эфритов так-то? Сейчас еще отъедет один. Да, обошлось. Да, я предпечально отъехал. Да ладно, ну что такое-то? Неужели мне вот так вот теперь играть? Ох, какая жесть. Мы нифига так не успеем. Блин, что-то кругом одни провалы. То там провал, то там провал. Долбало уже. Так как ни о какой конфе вообще тут даже. Ну вот этот бой меня устроит. Результаты меня устроят. Два цвив, как и договаривались. Ой. Тот Аганаша там этот подкачался. Клавиус. Так хорошо. Ребят, не боитесь. Папка знает, что делает.
прорвемся. Блин, еще лошок обидно не дошел клеточку одну. Так бы я, конечно, загнал. Но с другой стороны, что, не полез бы, если Амак. Ну ладно, не очкуйте. Ну, сольемся, сдадимся. Проблема какая. Сторонимся на всякий случай. Так, минус эфрит. Конечно, эфрит не достал.
Так, ладно. Вот, земля как вовремя. Слушай, надо в колодец доскочить. Так, срочно ход пропускаем. Да, но все-таки я чувствую, что бой можно было попроще как-то попроще провести как-то. Может быть, наверное, он как-то выигрывался с меньшими потерями. Мне кажется, все-таки я много отдал. Единственное, что жаль, что Гогов скупал. Они там, по сути, как единичка сыграли. Тупо смысла вообще не было. Почему я так теряю? Иона. Ну, в принципе, две вивы всего отдал и одного эфрита. Ну, это пойдет, наверное. Я думаю, в максималке, кстати, пришлось бы повозиться. Но я думаю, тоже мы бы вытащили этот бой. Ну, должны были, по крайней мере, тащить. Хотя, конечно, троечка прям вот в самую тему зашла, прям как надо. Лучше и быть не могло. В гномятинку ворваться следует тебе. Так. Можно, кстати, оранжевого компа от этого. Ну, хотя нет, он тут замок построил. Раньше комп нам, наверное, не по зубам будет. Ну, я думаю, от лобед-то уже можно вообще забыть про то, что такой... А, кстати, у меня же есть еще тиреобзор земли. Ребята, мы живем. Осталось, правда, времени очень мало. Сейчас вот думаю, может быть, без пополнения маны обойтись. Супертреш это пески. Слушай, не уверен. Что-то как-то слабенько. Слабоватая охрана для супертрежа. Сколько там охрана должна быть? 9000. 9000 это близко, тут нету даже 9000. Я, если честно, так и не увидел здесь охраны прохода в супертрежу. Что-то как-то это... По идее, вот он должен быть на вот этом пятачке проход в супертрежу. Орки нет. Ну, наверное, все-таки это гриф. Вот это она и есть. Во-первых, она бездорожная.
А я не знаю, Дэн, Диди Супер Трэша. Вот что-то вот не похоже, не похоже, что вот это вот. Ну, по факту она должна быть, да, она. Но я не вижу, где-то может... Должна быть охрана пожестче Супер Трэжу, все-таки, мое мнение. Может быть, вот это была Супер Трэжа, но хотя вряд ли она. Прям угловая вот Трэжа. Которая вот здесь вот обозначена, 20-я зона на схеме. 16-я Трэжа, это получается вот эта Трэжа, насколько я понял. По дороге. Ну как Трэжа, там одно название от Трэжи, там одна Пандора, наверное, лежит, и все, больше ничего нет. Я, возможно, немножко поторопился, может быть, стоило разбить. Да, ты прав, просмотром сейчас, конечно, посмотрю. Это, ну, Антоха, он говорит, что Супер Трэжа 100%. Слушай, а не маловато ли для 9000 охраны, а? Как ты думаешь? 2049 гриффинов. Для 9К. Ну, если прям их реально ровно 49... То есть как охрана улья. Ну да, их. Ну да, грейжный гриф, конечно, высокий. Ну да, тут походу тут вариантов просто нету, потому что остальной вот этот мусор, он не может быть по определению Супер Трэжи. Супер Трэжа, она бездорожная, угловая, ну да. У топа он виднеется, поэтому как бы здесь никак. Ну, компы я знаю, компы, вот один комп, вот второй комп, вот этот вот стадель, это комп. И вот Трэжа, вот угловая зона с деревней. Вот она, угловая с деревней, тут двойной проход. Роги и элементали. Да, а это вот ко мне на респ, я так понимаю. Thank you.
Блин, просмотр забыл, пипец. Ну, не страшно. Сейчас сделаем. Или я его уже за все отдал? Надо, кстати, не забыть сейчас. У меня есть просмотр? Блин, как хорошо, что мне... Как что чатик не даст пропасть. Это вообще... Шикардос. Так. Ну да, вот она шахта джемов, правильно, это эта зона. Это же здоровенная, конечно, но, блин, по пескам туда не походишь. Розовый ком здесь, как ожидалось. Этот здесь. Оранжевый вот тут живет. Таганаш. Ну вот здесь, вот, в принципе, как и предполагалось, что он оттуда, видишь. У него, в принципе, одна шахта только захвачена. Так, а где комп зеленый? Зеленый комп. Прово уже нет. Здесь, в принципе, далеко до деревни, далеко. Пока не знаешь, куда пойти. Ладно. Камни это комп розовый. Конечно же, минимальный гномятник будет. Тут по-другому быть просто не может. Я удачно зашел. На разгоне его поймать. Не получилось. Таганаш сейчас будут унижать компы.
Что, комп его убил? Вот он где шатается. Так. Кстати, надо будет снайперов добить на параметры. Меня что-то пугает отсутствие единичек. Почему я единичек-то не привез? Вот специально что-то довозить единичек. Что-то на мишек, единичек боюсь совсем нападать. Ну а что, мы сейчас вот эти два улика доберем и придем вот сюда лобетой, да? И как всегда окажется, что конца минималка. Прям можно даже забиться на то, что вот это конца будет минималка. По законам жанра, по всем. Слушай, так я смотрю, у него, в принципе, нормально с дорогами. Чего ненормального-то? Привет. Играем 6 LM 10. А, вот они, единички едут. Считают, затупил. Хоккей. Ты что, спать, что ли, пошел? Мне, наверное, тоже пора. Конца не мини, на что спорим. Блин, даже не знаю, А какой долг? О какой сумме идет речь? Тысяч. Какой валюте? Кстати, а кто думает, а может быть, мне стоит вообще до утопы допидолить? Если я возьму улики, консу, может быть, и до утопы тогда идем? Если улики нормальные окажутся. Белорубли. Интересно, Таганаш видел, что я здесь выскочил или нет?
На самом деле, как бы мой косяк в том, что я был ресурсов подсобрать и встать вот здесь вот на разгончике где-нибудь. Чтобы напасть и стрелкой убить этого вампира. Так, ну, раз пари заключено, я думаю, самое время сейвить. Правильно? Вот, собственно, вот так вот и решается любой спор. Ребят, ну, в любом случае, следующим ходом консу мы бы не проверили, поэтому это растягивающее удовольствие. То есть, получается, мы встанем здесь, здесь возьмем, проверим, потом лобетой возьмем и по цепочечке поехали назад, поехали до Мюлиха. А Мюлих уже потом поедет, как планировалось, вот сюда. То есть, либо мы к фиолетовому выходим. Фиолетовый — это наш конфлюкс. Либо мы выходим... Либо напрямую к Таганашу. Пока даже не знаю, что из этого хуже. Ну вот видишь, перед павским откладыванием даже скилловой игрок пасует. Ладно, папашки, все, я стрим обрубаю. Того сейчас передаст ход, я засейвлю. В общем, спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилось. Ну, соответственно, ждите скорых продолжений. Я думаю, мы на этих праздниках мы добьем хотя бы вот эту игру с Тогой и вчерашний Джебус с Кингером. Там тоже интересная довольно-таки катка получается. Ну, вот. Всем пока.